Ты почему не даешь нам поспать? Расскажи, что случилось? Ночью был сильный ураган. Он повалил дерево на мой гараж, и я теперь не могу попасть в свой дом. Да, водила, а я ничего и не слышал. Не плачь, мы тебе поможем. Так, попробуем сдвинуть это дерево. Попробуем. Ох, никак. Я знала, что ничего не получится. Да, здесь нужно придумать что-то другое. Но что? А давайте мы построим для тебя новый гараж. Ура, ура, здорово придумала. А я знаю, где взять много конструктора. Поехали за мной. Ой, как много конструктора. Да, для гаража точно хватит. Сначала нам нужно построить стены, а затем крышу. Я буду строить желтую стену. Где же желтый конструктор? Какая высокая стенка у меня получилась. Думаю, я молодец. А я, пожалуй, построю синюю стену. Ой, что-то я совсем запуталась. Где же здесь синий конструктор? Не переживай, я тебе помогу. Выбирай такой же конструктор по цвету, как и я. Этот конструктор подходит по цвету. Еду за следующим. Так, посмотрим. Нет, эта деталь совсем не подходит. Она не синяя. Отвожу ее обратно. Ура-ура! У меня все получилось! Я построила синюю стену. А я построю зеленую стену. Так, стены готовы. Теперь нам нужно построить крышу. Конструктора еще много осталось. Вперед, машинки, за работу! Вот какой большой, красивый гараж у нас получился. Ну что ж ты ждешь? Заезжай туда скорей. Вот такая история произошла однажды с машинками. Они помогли своему другу, построили крепкий и высокий гараж. А тебе понравилось? Нажимай на экран и смотри дальше.